Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ну что ж, мы хотим сейчас с вами окунуться в наши бытовые, житейские, женские заботы. Девчонки, утюжок, Глашка, вот такая экипа постельного белья, который ждет своей очереди, когда же мы начнем ее гладить. Оленька, ты знаешь, я многие телезрительницы согласны с тобой. Вот сейчас вы сидите перед телевизором с гладильной доской, с утюгом и переглаживаете эту гору белья. Девочки, свобода, свобода! Вот что дала нам микрофибра. Именно свобода. Вы посмотрите. Ткань, которая не мнется, ткань, которую не нужно гладить. Ой, постельное супер. Белье, которое выглядит, как будто вы его только что отгладили и только что застелили. Все это чудесное, волшебное, неподражаемое, наша любимая микрофибра. Вот она, ткань, которая дала нам с вами, женщинам, свободу, но и обеспечил нам потрясающий порядок, да, в спальне себе. Это шикарно. Но еще ко всему прочему, мне она нравится на ощупь. А посмотрите, на гладкой приятной ткани цветы. Ну как же вы? Знаешь, вот настроение сразу весеннее. Но скоро у нас что? Совсем будет за окошком так уныло, тускло. Ну если снег будет лежать, будет бело, ладно. Но а так, все-таки хочется цветов, хочется яркости. Пусть у вас будет дома всегда весна. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Вот этот цвет, который вы видите сейчас, вот с такими колокольчиками, герберами и ромашками, это называется зеленый цвет. Красиво. У нас везде сегодня такие цветочные варианты. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Угу. Итак, у нас есть кремовый комплект. Обратите, пожалуйста, на него внимание. У нас здесь такие английские розы, либо пионы старинной формы. Очень красивый комплект. Опять же, цветочный у нас здесь принт. Это называется кремовый. И давайте спустимся чуть ниже. У нас есть фиолетовый оттенок. Вот он, посмотрите, внизу. С чудесным, мне кажется, коалой какой-то. Ой, какой красивый. Очень-очень яркие цвета, которые не тускнеют, которые не линяют. Микрофибра не нуждается в глажке, не линяет, не выцветает. И дает совершенно потрясающие тактильные ощущения. Ну что, невероятно, весна у вас дома. Давай покажем всю весну, которая отправляется к вам. Вы только полюбуйтесь. Хорошее настроение, свежесть. Ну и, конечно, это возможность отдыхать нашим глазкам дома и наслаждаться. Вот такая красота. Делайте свой заказ сейчас, набирайте наш номер телефона и забирайте с прямого эфира постельное белье по лучшей цене и при всем при этом еще и с хорошей скидкой. У нас есть три варианта цвета, да, мы вам показали их. Есть разные размеры на выбор. Полутораспальный, двуспальный и евро. Дозвонитесь прямо сейчас. Как же это приятно. Это и красота, это и удобство, и комфорт. Дозвонитесь. Слушай, ну вот по поводу Глашки. Какая интересная ткань. Слушай, как могли ее придумать? Я понимаю. А знаете, мне кажется, почему? Японцы трудоголики. Они там вообще работают. По-моему, у них там что-то на сон. Какой-то минимум минимальный. Да. Когда им гладить? Конечно, они молодцы. Придумали себе вот такое вот постельное белье. Они не только трудоголики. Ткань. Они еще и, знаешь, такие аккуратисты. Им надо, чтобы все было с иголочки. Вот и родилась ткань, друзья мои. Микрофибра. А мы-то как рады. Ведь мы освобождаем себе 21 день в году. Вы представьте себе, 21 день. Я вообще недавно посмотрела статистику. 20 лет спим, 21 день в году гладим. Сколько там еще месяцев готовим? А жить-то когда? Жить-то когда? Проводить время когда с семьей? А вот и освободились мы. Вот 21 день в году мы себе освободили. Но мне еще очень нравятся такие свойства микрофибры. А сейчас, мне кажется, очень актуально. Осень и зима – это не только период такой хандры, знаешь, авитаминоза, но еще и период эпидемии. Угу. Так вот, микрофибра – это ткань, которая используется, я уже говорила об этом сейчас, для современной одежды хирургов и медицинских сотрудников. Почему? Благодаря тому, что микрофибра не дает развиваться бактериям, не впитывается, впитывает в себя эти вирусы, все сапрофиты, аллергены. Именно поэтому микрофибра считается самой экологичной тканью с точки зрения вот здоровья. Слушай, вот это я не знала. Отличная новость. Постельное белье, душевная гармония. Цена 799 рублей. Вы слышите? Полноценный комплект в полутораспальном размере за 799 рублей. Знаешь, у нас сегодня очень многие делают свою первую покупку. Присоединяйтесь, вам однозначно понравится. Ну, судите сами, за 799 рублей.
вам нигде не предложат комплекты постельного белья. А у нас еще и белье, которое не требует глажки, и при этом, посмотрите, весна, весеннее настроение. Расцветка невероятная. Вот сейчас такое ощущение, что у нас на нашем комплекте постельного белья какой-то изумительной красоты покрывало. Ох, да. Эти ромашки, погадаем на любовь. А колокольчики, между прочим, прекрасный символ вечной молодости и вечной любви. Посмотрите, хризантемы, символ такого творчества. Орден хризантемы есть, кстати, в той же самой Японии. Вот сегодня так все совпало. Орден хризантемы дают поэтам и художникам. Вот они, наши с вами ордена, и вот они, наши с вами хорошие сны, яркие, солнечные. Но микрофибра ведь чем хороша? Прекрасно окрашивается. И вот, например, одна сторона у нас с вами яркая, цветочная. Но посмотрите, какой сюрприз от производителя. Ага, цвета другие нам показывают. Ну что ж, давайте пройдемся еще раз. Зеленый на нашей студийной кровати. Это у нас цвет, который называется бежевый. И этот цвет, который у нас называется фиолетовый. Посмотрите, какая чудесная яркая расцветка. Ой, как хороши, все цвета шикарные. Мне нравится, что у нас двусторонний пододеяльник. Вот вы видите сейчас наволочку рядом. Такая же по дизайну будет простыня и оборотная сторона у пододеяльника. Звонки бесплатные, 799 рублей, полутораспальный размер. У нас есть двуспальный, есть размер евро. Фиолетовый цвет сейчас на экране. Вот сейчас мы еще раз напомним, кремовый цвет. И есть еще и зеленый. Так, несколько слов хотел тебя расспросить о яркости красок. Вот ты сказала, что здесь яркие краски. Скажи, пожалуйста, вот как будет вести себя при уходе? У нас все вот это богатство цветное не полиняет? Вот ты знаешь, еще одно достоинство микрофибры. И, собственно говоря, микрофибра нам подарила возможность наслаждаться вот такими яркими комплектами. Это как раз ее умение удерживать краски даже самые яркие. Поэтому с уверенностью эксперта могу вам сказать, что краски не линяют, краски остаются у нас на месте. Ну и вот сейчас на уголочке нашего одеяла мы с Оленькой вам показываем оборотную сторону нашего пододеяльника на зеленом цвете. В таком же дизайне, такие разбавленный такой салатовый зеленый цвет, выполнены наши подушки и выполнена наша бесшовная простыня. Вот в таком очень нежном цвете. Ой, приятный. Ну и самый главный акцент, вот, конечно. Ох, ну как мне нравится сочетание. Вот она, весна, весеннее настроение, вот он ваш сад. Итак, внимание, забирайте из прямого эфира прямо сейчас. Яркие краски, но они абсолютно гипоаллергенны, и они очень четко и остаются на своих местах, ведь это окрашивание выполнено современным методом и способом. Не линяет, не тускнеют краски, и абсолютно легкий простой уход. Вам не нужно гладить, девочки, боже мой, ну наконец-то. Легкий уход и красота в вашем доме.